Защищайся, Клэнси, помощник пирата Дублона. Получил. Игорюшины игруши. Мою. Нет, я. Нет. Не, можно я посмотрю? Пожалуйста, можно я хочу ниндзягу разобрать и собрать? Нет, я буду делать. Ну, пожалуйста, нет, ну, нет, нет. Привет, ребят, сегодня мне подарили на день рождения Лего ниндзягу. Ну, давайте распаковывать, я не жду, что там такое. Погнали! Ну, что ж там такое? Ну, рви скорее, что ж ты? Да, фу, да что ж такое? Давай, во, пошел дождь, Лего дождь. Ничего себе! Высыпай! Ничего себе, да, куча запчастей. Вот такая вот замечательная упаковочка Лего Ниндзяго, да, приключения. Приключения, корабль, да, такой, человек. Дирижабль такой. Ну, пока поставим в сторонку. Ну ты даю. Ничего себе, Лего Ниндзяго какое. А это что такое? А это наклейка пиратского корабля. Вот это да. Вот две инструкции крутые, по ним сейчас будем собирать. Ну давай пакеты раскрывай и на сборочку, да? Да, собираем человечек. Точно. Давай, следующий. О, господи, здесь детали. Да навалом. Башка. Какое злое. Ну это вообще, ребята. Собирай, конечно. Но помощь потребуется немножко. Да. Ладно, вперед. Где рогатый его? Ну что, Игорюша, как у тебя дела? Так вот. Вот так получается? Да. Будем собирать дирижабль, шар, да? Вот это да, шар. Да, да. О, и теперь вот уже по кругу, да? Также защелкиваем и роняем. Подходим к завершению, да? Да. Флаг – это основной элемент пиратского корабля с черепушкой, да? Давай его на флагшток и прицепляй. Есть! Супер! Ребят, ну вот такой Лего Ниндзяго. Да, суперский. Сегодня мы поработали на славу. Корабль просто отменный. Сейчас, да и человечки классные. Поверь. Вот, смотрите, ребята, с этой стороны кнопку нажимаете. И стреляет. И с той стороны можно нажать, и он тоже будет стрелять. Вот так вот, раз, нажимаете. Оу, ловите. А еще на этом корабле стреляет. Пушка. Точно. Вот так заряжайте пульку туда. Вот, зарядили. И оттягиваем пушку. Тяни, тяни, тяни. И отпускай. О-о-о-о! А еще дирижабль умеет метать динамит, да? Ну-ка покажи как. Вау! Ха-ха! Бомба вылетел. Еще у корабля есть вот такие крылья, да? Вот они шевелятся. Такие еще якоря тоже шевелятся. Крутые вообще. Вот еще такие зубья тоже шевелятся. Теперь на таком корабле в поисках приключений? Да. Погнали! Ниндзя Зен и его флайер. Так, дальше. Капитан-пират Дублон. Дублон. Да. И его помощник Клэнси. А вот этот флайер... Ниндзя льда Зейна может еще и стрелять. Вот тут есть такая пулька. Мы летим за сокровищами, ха-ха-ха. Смотрите, далеко не улетите. У меня есть крутой флайер, который догонит вас, а я возьму вас на абордаж. Грязные пираты. Эй, Клэнси, посмотри. Никто нас сзади не преследует? Не знаю, сейчас посмотрю. Никого не вижу. Ха-ха, они меня не заметили. Это все благодаря моему крутому флайеру. Сейчас я возьму их на абордаж. Флайер отцепился. Теперь можно прыгнуть на корабль и взять его на абордаж. Нет. Беру вас на абордаж. Защищайся, пират Дублон. Ну что такого? У нас есть ловушка. Клэнси. Клэнси. Я поймал его. Кого ты поймал, капитан Дублон-пират? Ха-ха-ха.
Ты поймал ниндзю Зейна? Да. С его крутым мечом Джина? Я могу еще поймать. Корабль Флайер? Да. Ничего себе. Эй, Лэнси, ты хорошо связал Зейна? Хорошо. Точно уверен? Да. Тут Зейн развязал руки. Защищайся, Клэнси, помощник пирата Дублона. Ой. Меч отвалился. Ничего, пойдешь в рукопашную. У тебя еще сзади есть запасные. Пока ниндзя Зейн и пират Дублон сражаются, флайер Зейна стреляет в дирижабль-штурмовик. Огонь. Ах так, ну держись. Стреляй. О, получил, отлично. Пушка отвечает ему из дирижабля-то. Битва в самом разгаре. Помощник Клэнси стоит за штурвалом, держит курс на пиратские острова. И тут пушка отвечает флайеру своим выстрелом. Оу! Мимо! Пушка выстрелила мимо. Используй боковую. Ну вот тебе получилось. Оу! Ах так, получай тогда бомбу сверху. Ниндзя Зейн победил Дублона, но еще есть одноногий помощник Клэнси. Ой-ой-ой, помоги! О, Дублон очнулся! Бежим отсюда! Эй, помощник, ну-ка за штурвал и полетели! Конечно! Эй, ниндзя, это наш корабль, а не твой. Ты не можешь у нас его забрать. Могу, но я сейчас ранен. Ну и что, что ты ранен? Я вас еще догоню. Вы здоров, ниндзя, не попадайте больше нам на пути. Я вам еще покажу, пираты. Вот такая вот была история с ниндзя и пиратами. Вот. Ну мы еще что-нибудь придумаем и покажем ребятам, да? А пока, до новых выпусков. Выбирай любую. Подписывайся на канал Игорюшин Игрушин.